Золотой фонд БТ покажут в сети. Дирекция фондовых материалов медиахолдинга запустила проект к 75-летию Великой Победы. Это возможность для интернет-аудитории увидеть полнометражные художественные и документальные ленты, начиная с 1945 года, а также хроникальные кадры послевоенного восстановления Беларуси. Проект доступен на двух платформах. Паблик под хэштегом «Золотой фонд БТ» есть ВКонтакте и Фейсбук. Уже на выходных фонд поделится с аудиторией 4-серийным телефильмом по книге Ивана Шемякина «Тревожное счастье». Сегодня к нашим коллегам обращаются и белорусские театры. В рамках проекта 18 апреля в сообществе покажут балет Большого театра «Альпийская баллада». Только в цифре в фондах БТ насчитывается более 37 тысяч единиц хранения. 10 тысяч файлов кинопленки еще ждут своей очереди. Цифры аудиопроизведений – более 16 тысяч часов вещания. Это работа Белтелерадиокомпании, начиная с 56 года. Кадры уникальные, ценные, неповторимые. Они представляют интерес и для историков, и для культурологов. К нам очень часто обращаются за этими кадрами. У нас изучают фонд и пишут диссертации. Он пользуется спросом. Это не мертвый груз, который лежит в архиве. В сообществе фонда БТ ждут обратной связи в комментариях. Наши коллеги обращаются к подписчикам, чтобы восстановить архив в части его описания. По хэштегам «Помогите найти и узнать кадры прошлого» вы сможете увидеть материалы, которые не имеют сопроводительной документации, и помочь нам узнать героев, события и места, в которых велись съемки.